Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Здорово, катаны. Играем в Forza Horizon. Сегодня началась новая неделя, поэтому у нас сегодня на этой неделе будут новые задания. Я, к сожалению, ничего вообще не смотрел в интернете, насколько они нудные, сложные, интересные, какие за них призы, но просто, типа, играем с заданиями. Какая нам большая разница. Вот. Вот. Грузимся. Смотрим, анализируем, что у нас. Там, по-моему, Хунигине на RS-200 надо будет что-то сделать. Ага. Поехать. 3 Stars в спидзоне. Ну, это, кстати, не самая простая задача. 100 тысяч скиллпоинтов — это простая задача. И 6 Stars и нет, это тоже простая задача. Так, и в итоге мы за эту неделю должны получить Noble Exclusive и MB300 SL. Он вообще стоит типа каких-то вообще сумасшедших денег, по-моему, 12 миллионов. Так, 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 пару этих. Ага, вот так можно это. Ага. То есть с этим можно начать. Сейчас возьмем Хуниган. Ой, надо было взять его Хуниган. Так, значит, нам надо взять 3 звезды. Так, Change Car Хуниган. Вот он, роднимый. Вроде этот должен быть. Так, поехали сразу на... Так, что у нас по моему Horizon из News? Так, Winter Playlist. Series Winter Playlist, Dry Season, Arriving. Ничего интересного, зачем мне это писать? И Карпас у меня нету, и купить его в России я вообще даже не уверен, возможно ли сейчас. И Noble Supercar, Tension, ну, короче, ничего интересного. Так, значит, нам надо сейчас пойти в стадион и сделать фотку. Это мы сейчас быстро сделаем. Ага, отлично. Один из самых простых квестов. Так, теперь она... Нуда какой-то в... Три звезды получить на La Subidia. La Subidia спидзон. Спидзоны, значит. La Subidia. Нет, слава богу. Нет. Фестиваль. Ранчо. Филд. Она должна быть где-то офродной быть. Это может нет, нет, вот здесь. Нет. 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 Тут вряд ли. Вот это? Нет, жалко, я ее хорошо, мне надо даже на слабых тачках проходить. Вот она, да? Скорость здесь 181, в принципе, нормально. По-моему, она проходит вот с разгоном отсюда и потом просто по прямой. Разгон отсюда и едем по прямой. Ап, не попал, понятно. Не заметил, то есть чуть левее. Но выглядит так, что... Ага, слишком разогнался. Мне такая большая скорость не нужна. А? Ну вообще, и с другой стороны... А почему так мало было? 180 мне надо. Так, хорошо идем, хорошо идем. Хорошо. Супер. Засчитали? Так, теперь мне надо, наверное, на 200 тысяч. Да-да. 100 тысяч, точнее, да? 100 тысяч — это вообще изян. На такой тачке. Более, у нее, по-моему... Воу! До 6, что ли, может быть, накручиваться. У меня, кстати, все вкрячены в нее очки. Можно еще вкрячить. Я и часто пользуюсь. Так, мне, в принципе, этого достаточно сейчас будет, да?
Сейчас до пятерки доведу. Она, видимо, и выше, да, поднимается. Ну, нам это не особо... Ух, как я пролетел над камнями. Отлично, и теперь 6 stars. Ага, 6 stars в Danger Sites. Ну, как обычно, вот здесь самый простой, наверное, да, очень быстрый. Неплохо. Может, даже троечку сейчас заработаю, нет? 430 сколько? 430 это... Не хватает, да? Значит, надо еще... Значит, будет два раза, видимо. Хотя, если я сейчас побольше разогнусь... А, мне какая разница уже, да? А потом можно на одну звездочку, да? Если я сейчас у меня разгон возьму, 440 надо, да? Эта тачка была очень редкой в Forza Horizon 4, и типа с ней вообще все было сильно проще. А тут она, по-моему, вообще считается чуть ли не дефолтной тачкой, из каких-то копейки продается. Оп! 440 мне надо, да? Ой, хорошо, ой, наверное, хорошо. Оп! Может, даже новый, да, Personal Best новый, да? Давай тогда еще больше разгонимся, например, вот отсюда. Чисто по приколу посмотрим, сколько получится. Порно. Я думаю, 500 сможет получиться метров перелет. Эх, до 400 километров в час не до. Воу-воу-воу-воу, мы сейчас можем перевернуться. Но 500 не перелетели, жалко. Видимо, мы уже это... Так. Earn a total and end time remaining from Trailblazers. Окей, это интересно. Stun Park на 100 тысяч стадиуме. Окей, надо было это сделать сразу заодно. Это тоже будет несложно. На этой же тачке. Надо сначала читать. А, да, надо сразу все задания-то прочитать. На total 200 points on drift zone and name vehicle from the... Ага. Отдельная будет задача. Значит, нам надо сейчас 100 тысяч набрать в станд-парке. Да-да-да. Почему у нас первый раз уже? Я не открыл, что ли, неубиваемость? Ой, не-не-не. А, вот теперь да. Все, у меня почти не осталось пивка. Ну ладно. Сто тысяч, да? Спасибо. Блин. Ладно. Это чуть сложнее, потому что здесь можно легко потерять все, что набрал. Оп. Главное не стукнуться обо что-то случайно. Оп. Чё, опять не засчитали? Блин. Аккуратненько просто, видимо, значит, едем. Нам же не очень много надо, да? Нам главное... Не стукаться ни обо что. Кегельки сбить.
Никаких дополнительных прыжков нам не надо. По минимуму прыгать. Отлично, еще немножечко. Все, банкаем. Банкуем. Отлично. Так, вот это что-то простое, скорее всего, обычно. Посмотрим, что там. В прошлый раз была какая-то очень скучная эта гонка по кругу. Может быть, в этот раз будет повеселее. Так, кто-то у меня... Привет, кто там начал меня смотреть. Я сейчас попытаюсь открыть комменты, чтобы не пропустить, чтобы будут какие-то комменты. Потому что всегда крайне неудобно на Твиче смотреть комменты. Круговая гонка, окей. Окей, на в каком категории? Ну, тут есть хорошая вот такая. Вот эта, по-моему, тачка вообще жесткая, да? Дункер в рот, да. Она была жесткая. Насколько мне вообще хорошо слышно, что прям с вами происходит. Насколько мне хорошо слышно, когда я говорю? Раз, раз, раз. Раз, раз. Хорошо слышно, когда я говорю. Громкость большая. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз. Большая. Раз, раз, раз. Громкость. Громкость большая. Громкость большая. Громкость большая. Короче, нифига не работает эта настройка, видимо, на Xbox, которая громкость должна занижать основной игры, потому что, ну, не верю я, что так громко должно быть. Так. А, мне надо еще что-то выиграть здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. То есть это нифига не простой челлендж, как обычно здесь бывает. Ну, гонка, очевидно, дурацкая. Очевидно. Кто-то понатыкал... Ау! Понатыкал кучу препятствий. Не привязал их к карте толком. Я должен выиграть ее. Офигеть. То есть... Для кого-то это выглядит как веселье. Не обгоняй меня, не обгоняй меня. Может, я, конечно, не должен первое место занять, потому что это будет сложно. А, погоди, а я мог перепрыгнуть, что ли? То есть в этом проблема была в начале. Да, классно. Офигенная, да, очень весело, прям кайфую. Или это еще даже не старт, да? Так, вот тут неплохо получилось практически до того момента, как надо было тормозить. Как ты меня бесишь, гонка. Ага, то есть тут еще вот так можно сделать, да? Пролететь. Мне кажется, шкрябаться
Не самая плохая тактика. Об стенки. Да, спасибо. Ага, то есть вот здесь искусственный интеллект вообще разваливается. Блин, ребят, вы уверены, что надо было вот эту гонку включать? А, совсем развалился, да? И я тоже не могу. Тараним. Слона. Отлично. Только так. Никаких вообще разговоров о честной гонке здесь вообще речь не идет. Так, вот здесь самый сложный поворот, потому что на него надо списаться. А, все, да? Это было ужасно, спасибо. Crazy Cards, типа под карты симуляция. Ну окей, не знаю, насколько это можно вообще назвать приличным чем-то. Ну хоть, блин, 10 тысяч. Тысяч денег мне надо. 10-10 тысяч денег. Слушайте, а может это звук в телевизоре? Вот если я сейчас мьют сделаю, это может быть его будет звук? Раз, раз. You can sometimes see snow on the San Gabriel Mountains, but it always feels a million miles away. Here at Horizon Mexico, when snow falls on the mountain, так, погоди, вот сейчас замьючено все вообще. Замьючено. Раз, раз. С телевизора. Да, нет. Нет, то есть я сейчас замьючил телевизор, значит, эта громкость идет не из телевизора, значит, она идет откуда-то из стрима. А если я вообще звук выключу? Почему, блин? То есть Game Volume вообще это не работает, кнопка. Ну ладно, в общем, такая жизнь, видимо. Ничего, я не могу с дурацким PlayStation с этим сделать лучше, поэтому просто надо чуть громче, видимо, буду говорить. Так, тачка у меня уже была, да? Подарим его какому-то новичку. Здравствуйте. Он мне скажет за это спасибо. Так, что у нас там дальше по задачам? Уфу-фу, трет пока ставим. Danger Sarl. На чем надо? На А. На Моррисе, А800. Так, Chain Cars, Моррис. А, что-нибудь поприличнее есть у Морриса? Там что-то на этой поприличнее что-то выглядит. Нет, серьезно? А почему на фотке? Это, видимо, то, что я выиграю? Да, это, видимо, что я выиграю. Ну ладно. Значит, Моррис. КЛММ Моррис. А, во, есть у меня же даже А800, да? Отлично. А то не надо ничего апгрейдить, да? Так, это у нас где-то вот здесь будет, да? Вот это, да? Моррис А800. То есть мне надо пролететь 107 метров всего. Это не совсем не сложно, скорее всего, будет. Сто метров то это вообще немного по факту. Здрасте, вон там кто-то побыстрее разогнался. Меня. Тут главное аккуратно приземлиться и... Засчитали? По-моему, засчитали, да? Отлично. Ага, Мейерс. Теперь у меня
Следующее. О, я что-то другое выиграл? Нет, где? Здесь что-то? Нет, нет. Нет. Так, дальше. Спидтрап. Надо на баже Тракс со скоростью 177 км в час. Ну, мне нравится, когда weekly ивенты это все-таки больше вот такие. Так, значит, у нас B700, баже Тракс должно быть. Change Cars, баже Тракс. Баха. А есть слово бахат? Видимо, такой категории нет, да? Так, значит, смотрим в самой задаче, да? Ага, Toyota, значит, только Toyota, да? Toyota. Вот это, да? Ага. Она и так 800. А там не B700? А, B700, а у меня 800, да? Значит, мне надо ее декачать. Декачнуть. Заплатить 10 тысяч за то, чтобы она стала слабее. Окей. Так, значит, что у нас там надо? Какая скорость должна быть? Соточка все. Это вообще несложно, да, наверное, будет. Так, разворачиваемся. Это ведь спид-трак. Спид-трап, это не спид-зон. Спасибо, камень, который я не разглядел. Оп. Все, засчитали. Отлично. Дальше. Блин, 5000, серьезно? Вот вам не стыдно вообще мне такое давать? Так, Airfield спецзон. Это чуть сложнее, но был М600. А, мне значит, его надо сначала выиграть, наверное, скорее всего, да? Ага. Ну, это такое не очень приятное свойство. Так, тут, значит, рифзон. Формула D 559. Change car, формула дрифт. 559. А у меня она есть вообще? Вот есть 559. Надеюсь, это она. Зато всего 35 тысяч, это вообще нельзя. Так, новая гонка появилась. А, это, видимо, это. Так, где-то вот здесь, да? Ага. Всего 35 тысяч, да? Главное просто не вывалиться. Не, конечно, в прошлой Форзе дрифты были в разы сложнее. Там и лимиты были больше, и деньги шли медленнее. Верно я все сделал, да? Да, отлично. Вилспинчик еще с какой-нибудь херотой 10 тысяч, да, спасибо, очень рад. О, и Нобл, вот я открыл, да? Теперь, значит, мне на Нобле надо... Вот в эту спидзону войти, да? У нас какой? А у меня он был? То есть это была уникальная тачка, окей. Так, значит, меняем на Noble. Да, нам его надо будет прокачать, скорее всего. Потому что все-таки спидтрап.
Noble. Mobile, может? А что, я его не получил, что ли, еще? А, это автошоу, это не мои тачки. Noble. Так. Апгрейдим его до S1. Ух ты, соточка целая. Это вот типа, я должен заплатить соточку за то, что я выигрывал там по 30 рублей. Классно. Ну, выглядит он классно. Это не отнять. Так, это значит у нас вот здесь что-то, да? Спид-зона это. Значит, здесь скорость должна быть... О, максимальная. Это было не самое тривиальное. Я точно помню, потому что... Оно длинное, оно где начинается... Где-то вот здесь. Давай начнем разгон. Потому что да, S1 это не самое далеко приятное. Ну, посмотрим, насколько он держит дорогу. Это ведь зона, да? Спид-зона, окей. Или может это было что-то другое, там какой-то был... Поворот, я помню, очень неприятный. Это не он. Давай. Не, ну это было несложно. Так, дальше. Lambo F200. Trail by Razer. На чем? На пикап C600, да? Пикап SUV. C600. Какой из них? Старый Raptor был, по-моему, мощнее. Если я правильно помню. Такс. Вот это, по-моему, под горку, что ли, было? Допустим, вот так. Ага, под горку было, верно. По-моему, не очень сложно было, там просто катиться надо было. Не вот так точно. Значит, правее залетаем. Правее залетаем, я сказал. Ну, в принципе, нормально. Нет, закрутило. Если бы просто бы пролетели прямо, бы, скорее всего, нормально было. Нет, правее. Отлично. Теперь главное, чтобы не развернуло. Ага. И едем просто прямо. Ну, тут даже незаметно, что тачка бэшной категории. Теперь заметно, когда она проседать начала. И... Все, засчитаем. Хватило чего-нибудь? Да, отлично, хватило. Так, эта тачка у меня уже есть. И левелап еще, да? И опять херота, как приз. Спасибо. Так, и еще немножко. О, гонка. Нифига себе. Чего? Бейкост. Окей, ну давай посмотрим. Это, наверное, Бугатти подойдет на эту гонку. А, это целый чемпионат, господи, это было давно, когда я последний раз чемпионат проходил. Так, у меня что, по времени хватит, да, наверное?
Есть ли у меня такие тачки? Вот, у меня есть вот этот Bugatti Veyron, прокачанный и очень стабильный и очень надежная тачка. Да, чемпионатов давно очень не было, уже я забыл. Не, ну на этом Бугатти я вообще типа на изяне все сделал, уверен. Ага, вот этот мерзкий поворот в этой гонке, в который пацаны неплохо входят. Вот это я гадости делаю. По-моему, сейчас будет опять резкий левый поворот, нет? А, вот там будет в конце резкий левый поворот. Тормаживаемся. Поворачиваем. Все, мы первые. Теперь уверенно никому не даем обогнать. Эт. О, вот это я косиканул. Вот это я серьезно косиканул. Ух ты, я даже пацана дал обогнать себя. Ну чё, сейчас мы тебе отомстим. Надеюсь, успеем отомстить. Он хорош. Там, где я расслабился, он проявил себя. Эх, чуть-чуть не вписался. И оп. Уху-ху-ху, это перелет. Ну ладно, здесь большие скорости, поэтому... Потому что когда я на этом Бугатти, по-моему, проходил другие гонки, они были городскими. Хотя бы там вылететь за пределы было очень сложнее. Так, вот здесь будет резкий поворот. Мы сможем его протаранить. Нам главное его выкинуть с трассы. Потому что честная игра не входит в наш интерес. Ад! Есть! Оу, воу, она же супер чувствительна к поворотам, да. И плохо, плохо, плохо. Главное сейчас выстабилизироваться. Стабилизи левее, левее. Так, все отлично. Так, финиш. Супер. Давай, 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 давай. Дальше, 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 дальше. Так, где там две остальные гонки из этой категории? Где-то вот здесь было. Вот. Не помню, кстати, что за награда будет за эти три гонки, но надеюсь, что-нибудь стоящее. Наконец-то. Лево. Право. Тараним. Тормозим. Короче, эта тачка не лучше для вхождения проворотов. Проворотов. Но хороша для прямых. Но поворотов здесь сейчас чуть больше, чем прямых. Засчитали? Не засчитали. Эх, чуть-чуть.
Точнее, она очень хорошо проходит повороты на маленькой скорости. Но вот на большой уже не так. Потому что у нее, видимо, вес большой. Ап, есть. Обогнана. Тормаживаемся, дрифтуем. Поворачиваем. Поворачиваем направо. Так, все. Остался попроще участок жизни. Оп. Ап, 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 есть. Там дальше уже просто. Хотя там сзади пацаны достаточно плотно ко мне едут. Супер. И последняя гонка из этой категории. И я еще перекусить успею. Если найду, что перекусить. Так, и третья гонка здесь. Даже не помню где. Вон она. По трассе, видимо. Погнали. Шеф, трогай. Оп, обошлись. Тут шипение, но это типа из игры идет так. Оу! Ну, ребят, конечно, бесстрашные вообще. Думаю, в реальной... Точнее, не в реальной гонке, а даже в онлайн-гонке. Тут, конечно... Зачитали? Эх, перекрутил. Овестир называется. Даже не знаю, как по-русски это называется, кроме как перекрутил руль. Ну, скорость на этой гонке точно прям... Воу! Опять это... Кстати, не факт, что это было овестир сейчас. Это я сделал поздний, но андерстир. Это прям в дерево, ну серьезно? Ага. Заходим. 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 Заходим правее. Так, 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 так. Не даемся. Тормоз. Сейчас может выскочить из меня. Ага, тут типа сейчас будет петлять дорога. А, гад, нет, не дам, 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 не дам тебе, болванчик ты, искусственный интеллектный. Правее, правее. Все, там сейчас будут вилять дорога, но вроде бы там можно будет подсрезать чуть-чуть. Главное, вот так срезаем, они вот срезать совсем не любят болванчики. О. Отлично, все, финиш. Уверенный финиш. Так, все, чемпионат пройден, за это мне дадут. За это мне дадут. За это мне дадут Феррари Берлинта. Окей, возможно, у меня такой не был, кстати. Сейчас узнаем, была ли она у меня или нет.
И она у меня была. Жалко. Так, что у нас там еще осталось? Вроде бы две гонки больших. Это у меня есть, есть. Можно это. Угу. Иллюминатор и пината. А чё? А почему? А, все понял, почему, почему. Так, про пинату вроде бы была бы отдельная карта. Сейчас мы ее найдем. В этом. А, как он там называется вот здесь? В Вентлабе. Так, значит, это у нас будет 134. 642. 1-0. А зачем здесь другие машины? Воу, они все уходят, да? Много пенат. Там, по-моему, надо не сильно разгоняться, иначе они не будут засчитывать. Да-да-да. Не надо мои пенаты уничтожать, дурачки. Блин, это не честно. Мои пенаты уничтожены. Значит, надо было разогнаться. Мои пенаты. Да? Лайк? Засчитали этого или недостаточно? Видимо, недостаточно еще. Да, надо... еще одной не хватило, видите ли. Окей, еще разочек тогда. Нет, нет, my events, видимо. My history, окей. Да, тут они на каком-то расстоянии сделаны, видимо, что специально можно было. Тайм-аута хватило засчитывания, они как иногда натыкивают прям это плотненько. Засчитано, надеюсь. Ага, все отлично. Так, теперь мне надо в иллюминатор, и мне надо посмотреть, не буду ли я болтать, разговаривая на стриме с людьми из иллюминатора, чего я не хочу делать. Так, аудио. Preset, custom, masteries, speech volume, speaker style, soundbar, GPS, плюс микрофон. О, микрофон on, off, да. Отлично. Control of the radio players, can hear you on live sessions, да? Да. Делаем вид, что у нас нет микрофона. Так, все, теперь наши пошли в иллюминатор. И последний, наверное, сегодня. Turn left.
Давай, давай, начинайся. Отлично. Отлично. Так, как обычно, я начинаю вот здесь. Чтобы сейчас что-нибудь подобрать. Что-нибудь там будет, скорее всего. Что-нибудь подберем, что-нибудь, что там будет. Там сейчас тут хитреца какого-нибудь второго, такого же, как я, не оказался. О, прямо справа от меня. Отлично. Точно что-нибудь неплохое. У, 8! Господи, я сейчас могу попытаться даже выиграть иллюминатор, что ли? Так, где здесь кто живой? Так, сейчас мы тебя будем уничтожать. Но это, конечно, читерство, что мне сразу 8-ю тачку дали. А чуваки на первой тачке. Если сейчас я его выиграю, я стану девятым. Ну, чувак, кстати, неплохо идет, да, для тачки первой категории. Но это мне, конечно, сумасшедшее повезло. По-моему, первый раз, чтобы восьмой категории тачка. У меня была шестая, по-моему, в начале. Просто буду ездить и всех бычить. Так, Изяныч. Ну это, конечно, даже не... Видимо, у чуваков с балансом прям все очень плохо. Да, девятое. Так, теперь найти кого-нибудь еще, кого быкануть можно. Наказать. За то, что им не повезло. Буквально. Оу. А, есть десятая категория тачки, есть. Так, все, почти приехали, теперь ищем кого наказать. Да, это даже не, это не смешно. Главное не врезаться в какую-нибудь херату внезапно. А с другой стороны, я все-таки сюда пришел. Нихера я пролетел. Врезались. Тоже врезался. Окей.
Все, 10 уровень, да, охереть. Кого еще наказать? Ну, это, кстати, не факт, что это сильно лучше тачка. Что, просто сидеть ждать, пока начнется последний этап, что ли? Так. Это бы интерес был какой-то. Шестой. Ну, может быть, чувак меня победит и обрадуется. Так, не в дерево. Или может я более проходимую тачку сейчас могу выбить. Потому что это, конечно, быстрая, но она не самая проходимая. С другой стороны, чем больше я уничтожу, тем меньше у меня будет конкуренция. Поэтому уничтожать, наверное, выгоднее тех, кто побыстрее. Все, никакой награды, да, просто потому что я 10 уже. Ага. Фанка моторспорта в 9 это звучит лучше. Кто там? Вон, чувак. Застрял, что ли? Или драпает от меня? Блин. Тачка зависучка. Ну вот и все, вот я и проиграл. Потому что что-то зависло. Она ужасна. Никогда не брать Фанка Мотоспорт. Она не поворачивает, не едет. Толком. Короче, эту тачку берем только в случае какой-то ситуации, когда ничего лучше нету. Да. Все, больше ни с кем не сцепляемся. Просто это... дождаться, пока они сами друг друга поубивают. Потому что со мной никто не будет сцапываться, я думаю. То есть у меня 10 уровень. Без этих джунглей выехать, потому что если сейчас начнется последний раунд, а я буду в джунглях, это мне не в плюс будет. Арена, ага. То есть центр у нас будет где-то здесь, да? То есть налево. Осталось 12 машин, по-моему, когда 10 включится.
Интересно, насколько все остальные раскачаны? Тут нету списка игроков. Где-то вот здесь центр, да? 10. Давайте там уничтожайте друг друга, а я жду окончания. Как самый прокачанный гражданин в этой сессии. Или может еще кого-нибудь наказать? Кого там, пацаны? Там какие уровни? Нормальные, если письма, да? Не, в джунгли я не поеду нахер. Ой. Рейс шринкинг. Так, последний. Блин, опять через джунгли. Сейчас, если чувак будет везучее меня, он меня уничтожит. И... Тихо. Блин, говно, где этот финиш? И меня убили. Окей. Это был хороший ран. И за него я получил тачку. Но ачивку я не получил, ачивку. За первое место. Так, что тут у нас, значит, осталось? Осталось два элиминатор. А, даже этого нету. Event Lab, и за это дадут 10 поинтов. И тут что? Минуты. Ага, ну все. Все, на этом всем спасибо. Всем пока.